имеется в 6 направлениях и имеет память сидений, а пассажирская в 4. Для детских кресел уже есть крепление Isofix, поэтому установка будет надежной. Бесключевой доступ полезен для мам, которые возвращаются из магазина с большими покупками. Ключ доставать уже не надо. А если вам захочется посмотреть на звезды, панорамная крыша – отличный спутник в этом деле. Все знают, что ты ездишь в Абхазию, это твое любимое, можно сказать, место. Я амбассадор Абхазии. Я, знаете, в следующем году буду избираться на форум мэра, на пост мэра Гагр. Правда, местные жители еще не знают. И у меня гражданства нет, поэтому нужно какое-то репатрианство получить. Вот в Абхазии ты на поезде, на самолете или на машине? Самолет. Для того, чтобы ехать на машине, машина должна быть клевая. Ну, то есть, там, ну, чем больше километров, тем больше комфорта должно быть в автомобиле. Прям. Наш кроссовер на автомате с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 174 лошадиных силы, которых будет хватать как в городе, так и на трассе. И, конечно, высокий дорожный просвет. Бордюры не страшны. Фишки какие должны быть вот при поездке? Ну смотри, массаж ягодичек, да, обязательно. Вот.